В перинатальном центре медицинской эвакуации из отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей на машине скорой помощи перевозят в ОДКБ. Делают это, потому что медучреждение закрывается на плановую дезинфекцию и ремонт. Будущих мам перевезли в другие роддома или отправили домой. Дети, которых вы видели, переводятся из реанимационного отделения. Состояние их в настоящее время стабильное. Правда, это детки меньше килограмма. Они... У них были тяжелые респираторные нарушения, но в настоящее время они дышат самостоятельно и переводятся в областную детскую больницу для дальнейшего лечения и выхаживания. Из палат, где еще недавно находились пациенты, вывезли мебель, оборудование и начали уборку. После уборки дважды проведут дезинфекцию, а потом обследование микробиологической среды. Акушерские стационары закрываются два раза в год для того, чтобы провести заключительную дезинфекцию всех помещений, и педзначимых, и вспомогательных, и провести текущий ремонт. В одном из отделений уже начали менять пол. Перемены прошли и для гостей перинатального центра. На улице у отделения выписки установили лавочки, чтобы было удобно родственникам. Перинатальный центр возобновит работу через две недели. Денис Лева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».